разговаривать. Я, ты что написал? Ну, а что, я не сама хочу. Конечно, у них упадок сил. У нас есть такой, скажем так, возможность у судов издеваться над подсудимыми. И у нас суды это регулярно делают, когда им это надо. Вот в таком вот режиме проводят судебные процессы, в таком режиме проводят доставку, чтобы человека просто измотать. Вот их сейчас измотали до предела. Я думаю, что да, у них готов приговор суровый, но несправедливый, за который судьям будет стыдно, потому что через 6 лет Путин явно уйдет, его никто не выберет, а эти люди останутся и будут отвечать за содеянное перед людьми, перед вообще перед общественностью. Я не знаю, наверное, уже какая-то люстрация должна происходить людей, которые занимаются этим делом. Не допускать таких людей к совершению судебных действий. А вообще у них действительно очень тяжело, Стань. Почему они не едут в больницу?